данный момент вот в этом тоннельном переходе стоят два мощных насоса. Они с обоих сторон, ввиду того, что здесь рельеф получается в виде ямы, значит, с обоих сторон течет вода и во время паводки, и во время ливневых дождей очень много воды, воды бывает. И эти два насоса успевают откачивать воду, скопившуюся здесь вот в тоннеле. Эти насосы попеременно включаются, но во время большой воды они включаются одновременно и успевают отводить всю перекачивающую воду в эту, значит, в эту любимую канализацию наружу. Мы занимаемся уже подготовкой к противопаводковому мероприятию с начала марта. Электрическая часть, значит, все отревизировано, насосы все отревизированы, подготовлены насосы с видом внутреннего сгорания. Прикуплены у нас к этим насосам рукава, хомуты, то есть мы подготовили, на базе у нас подготовлены пески в мешках, трапы на всякий случай, если уж где-то что-то, то есть мы к этому вопросу подходим очень серьезно. Для того, чтобы станцию не затопило, здесь принято определенные меры. Это вот наверху есть насосы на привизирование, в рабочем состоянии, лотки все очищены. И еще кроме этого здесь своя насосная стоит, которая перехватывает те, ну, тот объем воды, который возможен вступить, небольшой. Дальше можем пройти, посмотреть, там наши приготовлены для этого насосы переносные, мотопомпа, мешки с песком. 300 мешков здесь приготовлено и 200 мешков, такая цементная смесь для того, чтобы, если понадобится, это на всякий уж как сказать.